личности мы. Виктор Кун. Как у Хэй. Привет. О чем же мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о замечательной игре Bomberman. Итак, сегодня мы поговорим о замечательной игре Bomberman. Откуда ты это взял? Неужели не то? Конечно, нет. Мы вам расскажем о совершенно уникальном Bomberman, который существует только на Xbox 360. Bomberman Arc-Zero. Игра создана командой Hudson Soft и издана Konami во всех регионах. Кстати, он у нас сейчас запущен. Если вы что-то видите, то и хорошо. Если нет, то и ладно. Arc-Zero является ремейком самого первого Bomberman и базируется на его истории. Мировая война оказалась бесконечной. Мир был разрушен. Целью ее завершения далеко на востоке была построена гигантская подземная структура, в недрах которой планировалось создать окончательное человеческое оружие. Каково являться таким оружием, вам и предстоит узнать в ходе игрового процесса. Но пока вы лишь тестируемый субъект, и таких как вы множество. Каждый должен уничтожить остальных или быть уничтоженным. Только оказавшись лучшим, вы сможете покинуть структуру. А пока программа отдает вам единственный приказ – сражайся. Коротко и ясно. Сейчас сложно поверить то, что старый добрый Bomberman обладал таким жестоким сюжетом. Но такова правда жизни. Перейдем непосредственно к самой игре. Выбираем начальный режим – клетка. Итак, что же такое клетка? Данный режим позволяет нам создать своего персонажа. Мы имеем возможность выбрать базовое тело для нашего прототипа – мальчик или девочка. Интересно. А какой процент девочек от вас стать окончательным человеческим оружием? Да кстати, рассказать, что прочие опции типа настройки звуковых параметров в игре отсутствуют напрочь. Хорошо. Очень, очень хорошо. Далее следует режим создания доспеха с возможностью его окрашивания в один из 8 цветов, после чего готовый субъект доставляется на поле боя, где и начнется его тестирование. А также тестирование ваших игровых способностей. Рассказываю, чем выделяется этот Bomberman на фоне других игр серии? Ну, первое, что бросается в глаза при знакомстве с игрой, это, конечно, дизайн, выполненный в стиле жесткого киберпанка. Также хочется отметить музыку, которая прекрасно подчеркивает атмосферу безысходности. Вполне естественно, что такая музыка понравится далеко не всем. Но у тебя же есть возможность это исправить. Например... Дизайн и музыка — это, конечно, хорошо, но все же главная достопримечательность Arc-Zero — совершенно новый, уникальный режим FPV. В FPV появилась возможность свободно управлять камерой, а также добавлена линейка жизни. То есть теперь я не умираю с одного взрыва? Да. Теперь вместо мгновенной смерти мы получаем определенный процент ущерба. Хорошо. Очень, очень хорошо. Также в Bomberman Arc-Zero присутствует определенный набор бонусов. К сожалению, здесь нет возможности пинать и кидать бомбы, зато мы можем ставить их в неограниченном количестве. Прямо праздник какой-то. Итак, первым делом на арене мы делаем что? Что? Взрываем все софтблоки. Для чего? Для чего? Для того, чтобы собрать бонусы и расчистить путь к вражескому субъекту. Зачем? Чтобы подарить ему конфет? Нет, чтобы его уничтожить и получить доступ к следующему уровню. Все действия происходят в одной локации, меняются лишь правила боя и цвет освещения арены. Одиночный режим игры состоит из 99 уровней.
возможность сохранить игру отсутствует. Да, тогда тем более не придется спать. То есть, если вас взорвут на 97 уровне, вам придется начинать все сначала. По сути, вся игра — это один долгий survival mode. Кроме FPB, есть возможность прохождения игры в стандартном режиме, с фиксированной камерой и смертью от одного взрыва. То есть я опять умираю с одного взрыва? Именно так. И это чудо как хорошо. Еще в игре присутствует онлайн, с возможностью одновременной игры до 8 человек. Но ведь там никто не играет. Вот поэтому данную часть мы и опустим. Достижения в игре открываются на основе статистики, которая учитывается только в том случае, если вы подключены к сети. Скажи, а насколько сложна эта игра для прохождения? Ну, эта игра не должна вызвать особых проблем у фанатов Bomberman, а вот новичкам чаще всего придется наблюдать вот такую картину. Надеемся, что вы успели составить свое мнение о данной игре. С вами были Виктор Ком. Товарищ Шиба. Не доверяйте оценкам. Играйте в то, что вам нравится. Пока.